Азербайджан продолжает контролировать село Парух, Аскеранского района и прилегающие к нему районы. Продвижение азербайджанцев от села Парух к высоте Караглух не принесло результата. Оно было предотвращено, они не смогли обеспечить контроль над высотой. Но азербайджанские части от села Парух до Караглуха расположились на нескольких участках. Российская сторона пытается добиться возвращения азербайджанцев путем переговоров. Но на данный момент азербайджанцы отказываются уходить. По данным армии обороны Трацаха, азербайджанские подразделения открыли огонь по подразделениям армии обороны в ночь на 25 марта, используя как калиберное огнестрельное оружие, так и автоматы. В перестрелке погибли не менее 5 азербайджанских военнослужащих. Есть один раненый с армянской стороны. По состоянию на 9 часов ровно, ситуация относительно стабильная. Провокационные сообщения армянской стороны о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА, в результате чего погибли наши военнослужащие, не соответствуют действительности. Об этом сообщили Тренд в Министерстве обороны Азербайджана. В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы. Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку, отмечается в сообщении. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр!